Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вам обзор на такой вот бронетранспортер ВАП с колесной формулой 4х4 фирмы Хеллер. Модель довольно старая. Выпуск данной модели 1998 год. Модель выпущена французской фирмой Хеллер во Франции. Коробочка довольно мягкая. И за счет того, что при пересылке вдавилась, немножко побликивает. Как видите, в коробке упаковано несколько литников в один целлофановый пакет и инструкция. Инструкция в виде книжки, черно-белая. Описание ТТХ на 8 языках. Русского языка нету. Ну и схема сборки. Немного, конечно, неудобно. То очень много нагружено деталей на одну картинку. Но, в принципе, труда собрать эту модель не составит, так как деталей в наборе не очень много. Присутствует кое-какой интерьер. Скамейки для транспортировки солдат. Ну и два сидения водителя, командира машины. Деталей в наборе около 260. Поэтому сборка труда никакого не составит. Для меня данный броневик интересен тем, что с него можно запилить какую-нибудь постапокалипсисную машину. Как видите, инструкция предлагает сделать несколько видов камуфляжа. Но так как она черно-белая, какие цвета, я вам не скажу. Начнем изучать содержимое коробки и рассматривать литники. В наборе 4 литника небольших размеров. Литник с прозрачными деталями. Резиновый литник с покрышками. Корпус дан двумя деталями. Ванна корпуса, нижняя часть. И верхняя часть. Можно модель собирать как с закрытыми смотровыми стеклами, так и с открытыми. Не знаю, как будет набор в стыковке. Ну, на литниках вроде бы смотрится все довольно неплохо для 1998 года, конечно же. Некоторые детали очень грубовато выглядят. Например,
инвентарь, шансовый инструмент дан одной деталью. Или его не делать вообще, или искать и придумывать что-то самому. Также мне не понравился особо в данном наборе пулемет. Но его можно заменить из каких-либо других наборов. Как я сказал ранее, этого набора можно сделать какой-нибудь постапокалипсисный вариант. Поэтому можно импровизировать будет с чем угодно. На некоторых деталях попадается присутствие утяжек. Шов от пресс-форм также присутствует. Следы от толкателей как на видимых, так и на невидимых сторонах детали. Придется зачищать, убирать. Да, немного, конечно, литье грубоватое. Это точно такой же одинаковый литник. Разными мелкими деталями. Хорошо хоть утяжены на невидимой стороне детали. Литник с прозрачными деталями. Стекло, конечно, не особо прозрачное, немножко мутноватое. Действует как увеличительное стекло. Двери десантного отсека, боковые двери выполнены целиком с прозрачного пластика. Ну и четыре покрышки. На них сделаны какие-то надписи Мишлен, цифровые обозначения. Конечно, резина не очень красиво смотрится. Желательно в данном наборе ее на что-то заменить. Вот такая вот декаль. Вот, друзья, такой вот обзор на столь интересный броневик. По моей оценке я ему дам 3 балла. На этом, друзья, буду заканчивать данный обзор. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо, что смотрите наш канал, что комментируете. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Оставайтесь с нами.